Талдо Кургани прошел благотворительный концерт, посвященный Международному женскому дню и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «70 звездных дней». Перед зрителями выступили звезды отечественной эстрады и местные музыкальные коллективы. В этот вечер со сцены Дворца культуры имени Ильяса Жансугурова звучали как всеми любимые, уже ставшие народными песни, так и современные композиции. Этот концерт для меня особенный, можно сказать, священный, потому что он посвящен тем, кто воевал и проливал за нас кровь. И я считаю своим гражданским и сыновним долгом выступить перед нашими ветеранами.